Re, viss ēters ir te! В распоряжение нашей службы новостей попала информация о грядущих увольнениях с фабрики «Лайма». В ходе реорганизации работу могут потерять 60 человек. Утром эту информацию нам не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить. Знаете что, сейчас не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Это надо уточнять и спрашивать, кто ваш источник. Но к концу рабочего дня, впрочем, официальная позиция изменилась. Увольнение опровергли. В профсоюзе индустриальных отраслей Латвии нам заявили, они знают о реорганизации на предприятии, но информация о возможных сокращениях к ним пока не поступала. Напомню, в прошлом году норвежский концерн «Оркла» поглотил латвийскую компанию NP Foods. Ее предприятие, в числе прочих, выпускает продукцию под брендами «Лайма» и «Стабурадзе».